Я родилась в этом городе, я здесь выросла, здесь моя семья, здесь у меня родился ребенок. Я очень люблю этот город и хочу сделать все максимальное для того, чтобы он был благоустроенным, чистым и красивым. За время работы на должности секретаря городского совета, исполняющей обязанности городского головы, у меня была возможность реально оценить состояние города, проанализировать бюджет и найти решение наших проблем. Мне удалось объединить депутатов городского совета из разных фракций во благо города для работы над совместными проблемами. Об этом говорят многочисленные ремонт крыш, утепление общежитий, расширение штата сотрудников. Совместно с депутатами нам удалось вернуть коммунальную технику из частных рук. Помимо этого, мы начали разработку историко-архитектурного плана. Это далеко не полный перечень проделанной работы. Еще больше нам предстоит впереди. Это и мусор, это и дороги, это и освещение. Это продолжение работы над ремонтом жилищно-коммунального фонда. Я очень хочу, чтобы город был современным. Готова прикладывать к этому максимум усилий. Готова объединять людей, готова сотрудничать. Уверена, что совместными усилиями нам удастся добиться благополучия нашего города.